Здравствуй, большая страна! Добро пожаловать на самый крупный стадион России! Добро пожаловать в Лужники! Мэлбет, первая лига, 25-й тур. Мы с вами отправляемся на матч Торпедо-КамАЗ, автозаводское дерби. Дерби коллективов, которые, конечно же, стремятся улучшать свое турнирное положение в таблице. В особенности это касается сегодняшних хозяев московского Торпедо, которая, ну, наверное, можно говорить о том, что как-то уж совсем низко с учетом состава, с учетом амбиций, с учетом надежд опустилась в турнирной таблице. Ну а что касается КамАЗа, КамАЗ очень неплохо сыграл с махачкалинским «Динамо» после того, как сезон возобновился. Это Александр Гаглоев, он залетает в штрафную, передача в центр. Руслан Куль, опасно здесь, мяч рядышком пролетает со штангой. Первый очень острый момент у ворот московского Торпедо. И вот она сработала, это интересная тактика. Ой-ой-ой, опасно! Самок на линии. На линии или что? Зашел там мяч, не зашел? Ой-ой-ой, закипают у нас страсти. Да, закипают страсти. Давайте смотреть повтор. Роганович, мягкий, хороший навес. Кузьмичев там непонятно чем бьет. Но нет, это, конечно, не гол. Самок мяч схватил, Самок зафиксировал его. И да, там абсолютно я здесь согласен. И со свистком арбитра. И очень хорошо, наверное, с точки зрения какой-то эмоциональной. 1-0 забивает футболист на Торпедо. Все-таки угловой, все-таки гол. Засчитывают или нет? Засчитывают, да, по-моему? Да. Вот, давайте посмотреть нету? Вот подача. Вот там Кузьмичев прыгает. Ну да, мимо Стародуба мяч проскакивает. Но при том, что здесь, я так понимаю, разговоры как раз-таки. Вот давайте здесь смотреть больше за борьбой. Кузьмичев толкается, цепляется. А даже не Кузьмичев, я тебе скажу. Александр Иваньков. Александр Иваньков наносил этот удар головой. Кузьмичев там был рядышком. Да, Стародуб мог выбивать. Игорь Горбунов, Йорги Рейна. В атаке 16-й, рядом с ним Илья Стефанович 9-й, опасный удар Данила Шамкина. Хороший удар, ты знаешь, да, обязан отрабатывать. Ну, ты знаешь, как раз тут тренерский штаб очень активно, еще нарушение опять на Рейне. Опять желтая. Вторая у Иванова. Иванов отправляется в Михайло. В десятером остается КамАЗ. При всех тех проблемах, при всем том счете, Дмитрий Иванов получает вторую желтую. Разыгрывают здесь Роганович. Передача пошла как раз по Горбунов, да, и удар по воротам. Нет, это подача Гангадзе головой пытался мяч поправить. Не получается попасть у Георгия. Давайте опять-таки отметим очень серьезную роль Игоря Горбунова во всех этих атаках. Во втором тайме он куда более заметен, чем в первом. Ну и тут, да, все-таки последнее касание с этим навесом справляется Павел Горелов. Перехват, и снова Горбунов, и снова подача. А может быть, самому стоило попробовать. Гангадзе! Перекладину сотрясает Гангадзе. Что ж ему так не везет? А включают? Ты посмотри, что происходит. Даже наши коллеги, работники по стадиону решили здесь музыку включить. Они тоже просто за картинкой наблюдают. Червяков. А перед ним поле непаханное, ворота КамАЗа. Червяков на 2-0. Мажет Червяков. Мы еще раз момент Червякова смотрим. Ну как? Сильно, сильно нужно вперед. И все, звучит финальный свисток. 1-0. Московская Торпедо забивает первый гол с Олегом Кононовым в этой части сезона и одерживает первую победу весной 2024 года.